У музыки нет границ. Фестиваль объединил 16 участников из разных регионов России от 14 до 35 лет. Конкурсантка из Одинцова Мария Подколозина стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал». Мне очень нравится атмосфера этого центра. Здесь прекрасное жюри. Я надеюсь, что я займу хорошее место в этом конкурсе. Атмосфера этой аудитории располагает к победе. Оценивают участников профессиональные вокалисты, победители различных конкурсов педагоги по вокалу. Впервые открытый фестиваль молодежной песни «Путь к звезде» прошел 12 лет назад. Этот конкурс имеет свою историю. Он начинался еще в сельском поселении Успенское, а сегодня он проходит в городском округе Одинцово. И сегодня соберется очень интересная аудитория молодежи не только Одинцовского округа, конечно же, различных регионов. Очень хорошо, что этот конкурс проходит летом, в такой достаточно спокойно размеренной обстановке, летней, радужной, веселой. Гран-при конкурса получила Анастасия Вакуленко из Луганской Народной Республики. Впрочем, без дипломов и призов не остался никто. Подобные фестивали – хороший опыт, причем не только соревновательный. Чтобы чувствовать себя уверенно на сцене, нужно как можно чаще находиться на ней. Алтынай Урумбаева, телеканал «Одинцово».